языке у нас больше. Я себя не чувствую, а что, равноправие же хотите? Если ты главный, значит, это не равноправие. Хорошо, покажи, раз ты все время говоришь, что у тебя там мнение, там то, все, про это, десятое. Мое мнение, то, что мужчина делает, мужчина главный, но прислушивается к девушкам, вот и все. Да, я безусловно, я не говорю, что я тебя не слушаю. Я слушаю тебя, ну, не слушаю, а прислушиваюсь. Нет, ты меня не слышишь, я тебя слушаю. Я прислушиваюсь, ты не права. Вот. Ну, короче...